Всем привет! Вы на канале «Наши детские вещи». New Life, It's My Life. Короче, новый магазин, новый влог. Вот где очередь-то начинается. Ого! В общем, мы приехали в Sam's Club сразу после Костка. И знакомые лица? Нет, люди пытались попасть в свою съемку. Ага. В общем, как-то в Sam's Club очередь немножко чуть-чуть подлиннее, чем в Костка. Ну, пойдем постоим немножко. Блин, тачка кривая, тянет ее в сторону. Сейчас покажу вам очередь. Это мы прошли вход. И вот очередь потянулась аж вон туда. И даже, в общем, она не заходит в Костку, так как, вернее, в Sam's Club не идут, так как в Костку. Немножко притормаживают. Другая политика. Одни вышли, другие вышли, а я не вышла. В общем, постоим немножко, подышим свежим воздухом. Жалко, только тачка у нас кривая, блин, тянет ее в сторону. Вот. Ну и опять же, в прошлый раз, когда мы были последний раз в Костка как-то было меньше народу, чем в Sam's Club, что странно. Обычно в Sam's Club мало ходит людей, а как началась вот эта вся движуха, в Sam's Club было гавкает, как собак. Очень большая очередь. Мы, кстати, сегодня, наверное, будем опять все это сканировать на телефон, да, да, и оплачивать, чтобы не стоять в очереди. Зай, ну как собачка, да? Ну да, можно завести себе воронью собачку. В общем так, сейчас посмотрим, сколько мы стоим. 2.37 сейчас. Там просто эта очередь сразу, вот мы как в нее встали, так сразу и прошли. А здесь вот мы встали и стоим. Вот очередь пошла. Молодой человек салфеткой протирает тачку. Ну, это молодочок с нами покупал в Костке. Да? Угу. Я не знаю, чем это может помочь. Оно, конечно, и не помешает. Но мне кажется, влажной салфеткой протирать тачку это... Костик, если он себя так чувствует более защищенным, безопасным, да? Делать, что хочет. Так я возьмусь. Короче, Sam's Club продолжает жечь. Но, во-первых, мы отстояли 20 минут в очереди. Потом они у нас спросили membership карт на входе, как обычно. Да, вот здесь большие мандарины, это хорошо. В Костко даже не проверяли чек на выходе, написали для вашей безопасности. Ничего не трогаем руками, а Sam's Club продолжает жечь, ну ладно. Мандарины по 4,84 за 5 лб. Вот такие вот толстые, они будут, скорее всего, толстокожие и сладкие. Так. Samsung 75 диагональ, 800 долларов. Красота. Бери, не хочу. На самом деле в магазине не видно много людей. Как бы так. Видали мы и больше, да? Вот. Ну, сейчас будем согласно списка чего-то покупать. Видели людей, вывозящие матрасы прямо перед нами, так что, в общем, жизнь продолжается, покупают не только еду, но и бытовые вещи какие-то. Клубника есть. Клубнику возьмем одну, наверное, да? Замут для кофе здесь, да, давай возьмем. Возьмем два разных. Или он только один? И не раз. Ну, бери один тогда, а ореховый возьмем в другой раз. 4,88 вот за такую большую баночку. Зайка, сосисочки надо будет потом посмотреть. Так, ну сейчас традиционно апельсиновый сок. 5,28. Как видите, цены ни на что не изменились. Все. Один или два? Его два, наверное, не влезет в холодильник, блин. Ну ты думай, смотри сама. Ай, два возьми. Ну бери два. Так, молоко мы взяли. Яйца будем брать, да, зайка? Да, я думаю. Давай. Зацепим яйца. А я нашел... Что? Лимит одна яйца штука. Яйца очень сильно подорожали. Сильно подорожали? Так это может быть с органик или еще что-нибудь? Нет, зайка, это... Я вижу вот по 4,58. А, 18 штук, это очень дорого. Но купим в другом магазине, боже мой, какая проблема. Я вижу вон ореховую баночку, но она или сломана, или что. Будем пытаться ее достать? Да, не будем? Да. Потом достанем, да?
Ладно. Ну, купим курицу, будем нести сами яйца. Что делать? В Техасе раскупились. Курей? Да. Как бы нам не горит сильно, по яйцам у нас есть в холодильнике. А раскупили же цыплят, ты рассказывала. Цыплят для грязи эмоциональных. Как домашних и питомцев. Курей, которые на... Ну, в Техасе там позволяет возможность тех, кто в домах живет. Вот какие-то большие сосиски. А, это большие сосиски, не наши. Я там видел сосиски. Вон, смотри, упаковки сдвоенные. Это тоже не то. Пойдем глянем там, может, чуть-чуть похоже на наши. Тебя не покидает надежда? Я не знаю, что... По-моему, ты взяла вот это. Фармер Джон. Нет? Да. Ну, пойдем там посмотрим. Видите, что... 8,78 за 6 лб. А мы обычно берем... Лимит одна штука для... А мы обычно берем 3 лб за где-то $3.5. Вот здесь какие-то сосиски еще есть. Просто еще сосиски не все бывают такие, как, скажем, чтобы нравились. Поэтому мы берем определенные сосиски. Аж одну пачку. Так ты думаешь, эти будем брать? Ну, мы берем их. Да, нет, это, во-первых, не наши сосиски, во-вторых, они еще, скорее всего, могут быть и острые. Не, мы эти не берем, Зай. Думаешь, не будем? Не, в Walmart возьмем, это не наши сосиски. Нет, так уже лучше те брать, они по более интересной цене. Это неправильные сосиски, мы найдем правильные. Зайка, лук, бери, пожалуйста, целую. Это сладкий, кстати, лук. Обычно. Ну вот, смотри, сладенький я написан. Я хочу вам там пройти. 4,73 за 6 лб. А красный вот такой не будешь брать? Зай, оставь тачку в покое, пожалуйста. Давай, ходи. Ходи, смотри, куда? В этот ряд опять? Мы же были в нем. Ну вот в Сэмс Клабе некоторые холодильники пустоватые немножко. Ты хочешь посмотреть здесь рыбку и бургеры? Или что? Давай. А? Давай. 11,98. Зашли. Хорошо. А вот тосты, которые другие. Подожди, это, наверное, коробка картошка. Да, 6,5, зайка. Это коробкой надо брать. Не коробкой вот стоит. А сколько она стоит? 4,98. Можем зацепить. Взять? Ну, давай, давай. Давай, бери. Сегодня покушаем вкусненько. Короче, 4,98, 4 лб. Ты не замерзнешь? Я не могу достать. Вот отсюда. Блин, она... Thank you very much. Подожди. Она смерзлась и не вылазила с ящиков. Будет пати. Да? Сегодня будет вчера пати? Вчера у нас пати была посвящена этим. Чему? Котикам. У нас вчера Катарина готовила вкусняшки, и мы придумали пати для котиков. Смотрели веселых котиков по телевизору и в общем, затык. Иди разбирайся, а я тебя догоню. А у нас выпусти. Так. Здесь какая-то овощная заморозка, нас она не интересует. Нет, хотя не, не влезет она у нас, да? Я не хочу. Короче, пошли по овощам. Так, а в тот ряд не пойдешь смотреть? Ну пошли. Апельсины не берем. Сельдерей надо обязательно взять. И брокколи. Зайка, смотри, чтобы она была не желтенькая. Понимаешь, такое ощущение, что она вся такая, ну, так себе. Так себе не надо брать. Посмотри пару пакетов и лучше не будем брать. Смотри, зять. Нет, нет, она какая-то очень так себе. Бери, пожалуйста, сельдерей, но я его не вижу. Ты дальше сидишь.
грибы, морковка. А вон еще брокколи, зайка. Смотри. Вот. А, это миксы, наверное, микс, да? Микс. Нет, микс нам не надо. Ну, я уже сельдерей зацеплю. Сельдерей такой. Конский. Опа. Блин, зараза, такой большой он есть какой-то. Вот, сюда доставай. Маришка зацепила вот эти маленькие помидорчики, что мы всегда берем, и взяли два сельдерея. Ты пересмотрела эти помидоры, зайка, со всех сторон? Берем двое помидор. Вот это надо отдельно сложить. Вот сюда, к сокам. А это еще одни помидоры. Еще одни хочешь? Ну, иди выбирай. Угу. А маленькие были по 5,75, наверное. Маленькие по 5,75, да, зайка? Это для детей, а по 4,26 для взрослых. И яблоки надо. Смотри, перебирай, поднять ящик. Маришка зацепила огурцы. Ты уверена, что так много? Посмотри, ну, зайка, попки обязательно, чтобы у них были хорошие попки. Перчики. Пошли. Перчиков, я думаю, надо 3 взять, зайка. Перцы по 5,70. Помочь повыбирать. Далеко. Далеко. Вот. Выбирай, не хочу. Смотри, чтобы не вялые были. Потому что завянуть они могут успеть у нас в холодильнике. Вот первый попавшийся. Ну, хороший, мне нравится. Ну, и яблоки здесь берем. А, но это не гала. Может, мы галу найдем? Давай посмотрим. Авокадо в Сэмс Клабе гораздо дешевле, я вижу. Сейчас посмотрю. А нет, их просто на одну меньше. Та же цена, $1.30 за один плод. Так что цена прежняя. Давай пересмотрела, ты в прошлый раз, помнишь, мы их перебирали. Мы перебирали там их в магазине, было там пару порций. 4.84 за сколько? 5 лб? Ну, отлично. Давай вернемся к салатам. А давай клубничку возьмем сразу, Катаринка. У нас по клубнике работает Катарина, она ее любит больше всего. И вот такую блюбери будем брать для всех. Выглядит шикарно. 7,97 за 1, за 18 ос. Так, ну холодильники заполнились мясом, рыба есть, курица там дальше я тоже вижу есть. Мясной холодильник тоже вон весь с мясом стоит, я вижу впереди. Так что все, продукты вернулись на родину, как говорится. Маришка пошла брать салаты. А я хочу взять лимоны. Лимоны 2,96 за вот такую сетку, за 3 ЛБ. И, в общем-то, у нас уходит в день 2 лимона как минимум, потому что я давлю и делаю сок и детям, и нам. Мы сделали такой себе рецепт. Выдавливаю лимон один на двоих, добавляем воду и выпиваем. Ты взяла, что хотела дать? Я выбираю лимоны. Трудно сделать выбор. Тот, что первый взял, тот и хороший. Посмотри, вроде бы хорошие, да?